Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Снеговик, Арекс, как всегда, очень много подписчиков, карта у нас Балти, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Давно у нас не было рубрики SCP Скромник гоняется за нами. Надеюсь, будет только он один, но может мы еще в серии кого-нибудь и добавим. Пацаны, для начала ставлю мало штук, вот столько вот, и проверим, что будет. Что надо сделать? Их надо на себя загреть. Все, агр проходит успешно. Пацаны, готовьтесь. Я сразу сюда спущусь. Они очень быстрые. Они очень быстрые, они очень мочат сильно. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, 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 пацаны, а я вижу, что они... А чё они не агрятся на нас? Должны уже загреться были. Они сначала ждут, да, дай им время, прячутся, такие лицо свое прячут. Да я знал, проверял, видите, бежать. Молодцы, знаете. Вот, блин, ладно, все, замочил. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, смотрите, он меня замочил и просто стоит. Давайте попробуем на голову прыгнуть. Ой, не получилось. Но попытка была очень хорошей. А что они сюда не забегают? Они должны сюда забегать. Давайте пробежим мимо них. Ну, смотри, что делается. О, поехало. Так, я вижу. Это не тебя только агрится, видимо. Так, смотри, нужно атаковать их. Нужно атаковать. А, вам надо по ним пострелять. Орут еще сильно. Я не буду близко подходить, хочу на вас их загреть. Обязательно, конечно, стрелять. Давайте еще этого поставим. И этого поставим. И поставим кого еще. И все. Это скромник. О, у нас же есть скромник реально крутой. Это же Рахит. Я вспомнил, почему он за нами плохо гоняется. Пацаны, есть у меня классный скромник. Я просто забыл за него. Хорошая мысля приходит после. Это совсем другой мод. Эти NPC... более агрессивные, и они будут гоняться долго-долго за нами. Вот, все. Видите, что творится? Вот, они кричат, очень классно. О, вам слышно эти крики? Конечно. Пацаны, убегайте. Ой-ой-ой, вовремя я сюда запрыгнул. Так, ну это уже интересно. Это уже прикольно. Он может залезть на песочницу. Да, конечно, может. Хорошо, сейчас я их заагрю. Я вижу, что это очень плохо получается у вас, но у меня есть... Взорви какую-то взрывчатку, адам. Зачем? Вот так вот, и все. И они все побежали. Так, все, я внутри в школе уже. Кстати, они уже проникли в школу, и это хороший знак. Я хочу, чтобы он за мной побежал. Я тут, все. Бенни хопом будем. Ой-ой-ой, отлично, я даже еще и отрываюсь. Убегай, просто убегай. Снеговик, что ж ты наделал? Акулу догоняют. Она же не сухопутная. Отлично, я спасся. Как-нибудь, но я это сделал. О, так, смотри, сел. Успокоился. Отлично. Убейте его. Я загрел на вас. Так, ой, это тупик. Кстати, двойной прыжок, пацаны. Вы не забывайте, что можно перепрыгнуть их. Но вот в этот раз тоже не получилось что-то прямо ему в пальце. А на всей карте мы удалили двери, и мы не можем просто запрятаться, закрыться и сидеть на нычку. Так не получится. Так они двери открывают. Да? Ну, чтоб ты их не закрывал за собой. Так они опять все лиси сидят. Что вы такие ленивые? Давайте мы сделаем так, чтобы нам было... Нужно их обидеть. Надо их обидеть. Не, я сейчас сделаю, что нас будет кто-то обижать. Отлично, кто-то микрофон перданул. Он меня сразу убил и превратил меня в зомби. Кстати, зомби прикольные становятся. Ой, это сейчас пока всей карте мы сделаем жестко. Ну вот, блин, еще один зомби. О, все, отлично. Мы здесь. Так, Фредди, ты куда бежишь? Павел зло, я сзади тебя. Ой, зря. Бежим. И чумные докторы. Смотри, кстати, они зомби дерутся и ничего не может ему сделать. У-у-у, я перепрыгнул. Ой, красиво. Нет, я проверил просто. Не надо пока мочить. Давайте еще повыживаем. Кстати, их можно перепрыгнуть. Ну вот, блин, чего-то опять не хватило. Я пока мест просто постою. Я не стреляю, они агрятся на другую. Меня игнорят. Да. Видно, ты им не интересен. А, нет. Ой, интересен. Красиво меня воткнул.
Что-то сыкотно даже спрыгивать. Но придется идти. Пацаны, давайте все собираемся сзади школы, там, где горка есть. Все туда. Так, а куда это идти надо-то? Вроде сюда. Он сзади меня, да, получается? Я вовремя убежал. Ты шо, вся школа кишит этими монстрами. Так, я вроде бы правильно бегу. Это еще называется попробуй выйти из школы. Да, тут еще надо уметь выйти правильно. Они очень злые. О, все, вышел, я нашел выход. Пацаны, это не школа. Это не школа, это лабиринт. Так. О, все, пацаны, я пришел. Собираемся все тут. Димас, я могу тебе показать одно хорошее оружие. У тебя микрофон, как будто ты у робот. А, ну у меня такое ты киборг. Ну показывай оружие, какое? Ты мне его дал? О! Да. Ой, прикольно, прикольно. Ну что, идемте тогда, давайте его попробуем замочить. А что это за оружие ты мне дал такое? Шоквейв. Мочи его. Ой, красиво. А что, зачистку устроим? Ну это оружие какое-то сильно читерское. Согласен, уже читерское. Оно реально читерское. Давайте попроще, это сильно имбовое. Не, пацаны, эти шоковки очень мощные. Ну, интересно стреляют, довольно-таки прикольно. Где-то я его раньше видел в каком-то паке. Той-бой Classics, да, ну? Ой, ты меня сейчас убьешь, ты же псих. Ой, блин, испугал меня. Мы убиваем. Хорошо, я тоже возьму эту оружку. А, я умер. А, не умер. О, зомби. Прощай, зомби. Так, там скромников очень много, надо их всех замочить. Если бы мы играли бы на карте Sandbox, где поле, они бы, конечно, жестко гоняли. А так как здесь карта со стенами, очень странно, они умирают наизично. Пацаны, вставайте, хорош сидеть. Отлично. Да ну не на меня же, на них надо было бежать. Пацаны, а вы где? Сейчас мы вам поставим еще. Для разнообразия, пацаны. Ну это да, это... Что-то сразу я умер. Моргнул. О, так это из цепи сейчас будет всех, наверное, мочить. Нет, статуя? Отлично. А давайте проверим, за кем-то еще агрится они или нет. Стоят просто. А пацаны их мочат нормально так. Получается? Ой, я вижу, 173 все-таки убил уже. Статуя мочит. И меня статуя убила. Опа, опа, сейчас его убьет. Тихо, тихо, смотрите, смотрите. Бонька идет. Опа, она за тобой! И убила, офигеть! Кстати, статуи очень прикольные эти. У нас их тут раз, два, три разновидности. Воу, прикольно ты звуки издаешь. Нормально пойдет. Не боишься его? Это всего лишь скульптура. Отвернись. А, ну она тебя не агрится, потому что нас двое. Вот говно, блин, зачем я... Когда нас двое, она не мочит так. А когда нас по одному, то это моментальная смерть. Все, хорошо. Я знаю, как это разнообразить, еще жестче сделать. Вы готовы? Давай. Нет. Ну конечно. У вас вариантов просто никаких нету больше. Блин. Очень умные доктора. А что они не агрятся на вас? Так, стопы, они что-то. А, подождите, у нас же их тут два штуки есть. Вот это мы устраиваем, как всегда. А чё не на меня вся греться? Я что тут один самый рыжий, что ли? Ого, меня ж подлагивает. Давайте чуть-чуть удалим их. Издевательство просто. Да не сы, я так сто раз делал. Чё, не поднимется по ступенькам? Не, они не умеют поступить. Ой-ой-ой, плагин, ты вообще псих.
Нормальных, ты их раздуптил. Макс, беги, они все там. Ого. Открывайте двери. О, зомби двери открыл, нормально. Че, они все сюда идут? Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, сколько их тут. Ух ты, а чем ты их гасишь таким жестким? Это гранат. Так, надо бомбу, срочно надо бомбу. Какую-нибудь. Я бегу, эта бомба не должна меня задеть так сдалека. Бум, убила все равно. Вот это распидало. Кстати, вы обратили внимание, они все равно живые, типа. Чумные доктора. Так, идемте их поищем. Все-таки их надо всех убить. Ого, их тут сколько трупейшенов. А все, никого нету, что ли? Ой. Так, чего мы можем жахнуть? А пацаны, у меня что-то завис, горит смот. А не-не-не, просчитывается, нормально, потихоньку идет. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!